«Олимпийская панорама» и федеральное государственное казенное учреждение, редакция газеты «Красная звезда». Итак, поединок начался. Абуладзе представляет Центральный федеральный округ, он в белом кимоно, и Нуралиев представляет Москву, он в синем кимоно. Спортсмены четко так плотно взяли захват, и тут же Нуралиев, недолго думая, пытался провести подхват под две ноги без должного выведения из равновесия, и поэтому вот, мы видели переход в положение лежа, в котором Абуладзе пытается воспользоваться ситуацией, но пока безрезультатно. Арбитром на татами является Румянцев Александр, он из Волгограда, Приволжский федеральный округ, достаточно компетентный, зрелый арбитр. И вот сейчас переход в партер идет. Переход в партер, в котором никаких действий не было. И 54 уже секунды позади. Плотный захват забирает Абуладзе. И тут же, стояв в левую сторону, он быстро делал переход, хотел сделать бросок с рукавами. А тут вот такой, знаете, переход со стойки в партер и обратно. И вот было скручивание, уведение из равновесия спортсменов, будет ли оценено или нет, сейчас мы узнаем, поскольку оно все было быстро. Арбитр, если не делал остановки, то в принципе это действие может считаться. Нет, посчитали, что нет. Переход из стойки в партер повлиял на это. Опять же, плотный захват, цепляется так Нуралиев, но без продолжения. Что-то его сдерживает, в чем-то он отстаивает. А Абуладзе тем самым расшатывает подсечкой и вот готовит атаку. Арбитр остановил встречу для того, чтобы сделать замечание Шида Нуралиеву за пассивное ведение борьбы. Ну, как мы и говорили, у арбитра всегда карт-бланш в руках, если он видит, что один из спортсменов менее активно ведет поединок, чем другой. А сейчас атака за атакой. С таким односторонним захватом проводил ее Абуладзе, делал зацеп изнутри и сделал довольно-таки удачно. Оценка в Азаре. Было падение на спину, на меньшую часть спины. 2 минуты уже минуло. И оценка в Азаре — это серьезный задел. Плотно подбирает захват Абуладзе, но в такой позиции ему стоять долго нельзя, потому что по новым правилам захваты, которые он выбирает, являются негативными. А тут быстро он переходит в партер и накрывает на удержание своего оппонента. Удержание фиксируется в течение 15 секунд. Он должен продержать, потому что одно в Азаре есть, и два в Азаре суммируются, как мы уже говорили не раз. 2 секунды. Все, да, 15 секунд. И в Азаре, а в Асет Ипон. Это суммирование двух в Азаре дает чистую победу. Сделал он бросок на Вазаре и тут же в течение 15 секунд продержал своего соперника, став победителем в этой встрече. Абуладзе Яга. Абуладзе Яга выиграл. Это у нас уже второй круг высокой категории. До 55 килограмм. И следующая встреча